В общем, други, всем привет, докладываю обстановку с Таёжной речки. Пробовали кидать в перекатах, да, под перекатом, над перекатом, нифига. Значит, еще вот рыбка не отболела, получается, хотя время прошло уже, но по числам рановато, честно говоря. Попробовали, приехали ребята, вот одну взяли в Амутке, где поспокойнее, да, рыбка отдыхает сейчас. Много уходит, вот идем по бочагам, по таким вот, с берега много стартуют рыбки, видно по такому эффекту торпеды, да, под водой. Видно, что она есть, что она уходит с этих с теплых берегов. Вот когда мы идем, там шумим. Вот. Дэн вытащил одну рыбку. Благополучно, видимо, спровоцировал ее как-то на атаку. Ну, пока вот так вот. На одинарный крючочек вот. Такую раполку. Денис на яйцо там на хорватское. Тоже одинарный крючок пробует. В общем, наверное, будем собираться потихоньку домой. На уху есть, а большего нам не надо. Всем пока.